Gamers и Games. Надежда на будущее. Корпорация НАР начинает испытание новейшей разработки. Технологии рекультивации. 1990, не то 1900. Некоторые никогда так и не бросили свои дома. А кто-то даже вернулся обратно. Дети на вывезенные из зоны чуйки. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников. Они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Я знаю. Соня, смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой, мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет, правда? Что за дела? Ну, ты так и не проснулся. Подъем. Очни. Таня? Таня, прекращай эти шутки. Ну ты и Соня. Подожди! Сделал мне предложение. Так нервничал. Такой милый. Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество! После стольких лет... Мой дорогой профессор Хименюк. Ну хватит уже!
почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. Приятно вернуться. Вся зона оцеплена. Нарт церемониться не будет. Угу. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они тут тестируют свою рекрутивацию чего-то там? По-моему, там нет никаких испытаний, но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал! Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... Черноблита? Так он называется, Игорь? Игорь! Подъем, Игорь. Пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такое? Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора наконец разобраться с этим делом. Этот ваш план точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут босс. Похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению. Миша! Миша, ничего не уходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через забор и в канализацию. Ох, канализация! Прямиком в подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Ох, как же я чешусь. А вы? Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе голову. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Мы со всем разберемся, ладно? Не геройствуй. Без паники, Оливер. Где ты видишь героев? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Хватит разговоров. Вперед! После вас, Игорь!
дамы и умники, вперед! Да ты шутник, да? Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Это точно нужный вход? Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Три, шесть, да, не отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности на ближайшие час-два. Вы все не в безопасности. Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер! Ты уверен, что эта твоя штука работает, Игорь? У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Чернобылит? Точно. Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Он знает, что делает, Антон. Соберись и сосредоточься на задании.
Вот увидишь, мы скоро выберемся отсюда и еще поржем над этой историей за кружкой пива. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Пытаюсь получить доступ к терминалу. Если кнопка АЗ-5 еще работает. Игорь, не надо! Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Заснул я. Система не отвечает. Если я ошибусь, в реакторе может случиться еще одно расплавление. Ты ничего об этом не говорил. И что теперь делать? Нам нужно найти другой способ попасть в реакторный зал. Нам это мне и Антону, так? Ладно, идем. За это нам и платят. К реактору. Бегом. Почему ты просто не нажал на эту чертову кнопку? Времени мало, беги! Так что с радиацией? Антон, пожалуйста, ты меня нервируешь. Даже холоднее, чем я помню! Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследований мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Куда-куда надо. Давай на это пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить? Господи боже! На помощь!
скажешь. Оливер! Куда ты делся, Оливер? Это что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию Чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить им... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины, соединяющей две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может. Но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила. Надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо и изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его. Прочувствовать, подчинить. Разрыв ткани реальности. И основа этой реальности, правда, очень хрупкая. Время на исходе, иди. Раз мы проходили через эти двери, уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Сначала нужно разобраться, как снизить уровень радиации. Ищи небольшой пузырек. В составе должны быть йодид калия, ДТПА и берлинская лазурь. Они помогают при радиационном облучении. Игорь, тебя задело. Нужно обработать раны. У меня нет аптечки. Может, получится приготовить что-нибудь на костре.
Руки вверх. Так, чтобы я видел. Пароль. Да погоди ты. Не могу думать, когда в меня целятся. Игорь! Черт! Ностальгия, пароль, ностальгия, ты же сам его придумал. Ладно, заходи. Игорь, ты же у нас на все руки мастер. Осмотрись здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. Только не говори, что ты решил отправиться прямиком на станцию. А то есть и попроще способы покончить с собой, если что. Нас мало. У нас почти не осталось боеприпасов и... Да всего! Нам нужна информация, прикрытие, припасы. И самое главное, нам нужен чертов план. Ладно, Оливер. Будь по-твоему. Рад, что ты прислушался. Видишь эту доску за мной? Будем использовать ее для планирования. Выясним, как пробраться на станцию и найти то, что ты ищешь. Или ту, кого ты ищешь. Каждую зацепку. Все сведения о ресурсах. Все будем отмечать здесь. А действовать начнем, когда момент будет подходящий. Пока что сосредоточимся на том, чтобы закрепиться здесь. Раз уж мы используем этот склад как базу, нужно накопить припасов и все тут обустроить. Начнем с мест для сна. Может, какие-то старые кровати найдутся? Ладно, так и поступим. Отлично. Я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе узнать, что случилось с Татьяной. Так ее звали, да? И еще кое-что, пока ты не ушел. Оружие НАР имеет биометрический замок. Мы не сможем им воспользоваться. Так что придется защищаться тем, что есть. Держи. Это на самый крайний случай. Я так понимаю, с оружием ты обращаться умеешь? Ну, тогда ты готов. Я в тебя верю, Игорь. Какой отсюда вид? Вся зона отчуждения как на ладони.
сможем планировать все заранее. Просто дай знать, как будешь готов, босс, и мы начнем. Отсюда все видно. Один ты не справишься. Но есть другие, они помогут тебе. Даже не знаю, с чего начать. Дать поручение Оливеру или сделать все самому.